В музыкальной школе имени Балакирева открылась летняя школа маленьких пианистов атомных городов. Возраст участников от 3 до 9 лет. Мероприятие организовано территорией культуры Росатома и администрации города. Оно проходит уже во второй раз и объединяет самые юные дарования из городов присутствия госкорпорации – Москвы, Заречного, Балакова и, конечно же, Сарова. Нашим участникам хочу пожелать новых творческих успехов, идей. Уверен, что у вас сегодня, несмотря на ваш столь юный возраст, есть что нам показать и есть чем удивить. И помните, у вас все получится. Вы большие молодцы. Программа занятий состоит из двух частей – практической и теоретической. Помимо концертов, участников ожидают коллоквиумы по сольфеджио и музыкальной литературе, а также уроки концертмейстерского мастерства. Занятия будут проходить каждый день. Дети занимаются самостоятельными занятиями, индивидуальными, с педагогом, и сами, и с родителями. Они занимаются каждый день, и каждый день они встречаются, идут на мастер-класс, встречаются со мной или со своим преподавателем, встречаются в ансамбле. У нас 3 концерта сольного исполнения за эти несколько дней. Да, у нас дети играют постоянно на концертах. Летняя школа пианистов уже становится хорошей традицией. Постепенно появляются новые участники. У проекта за 3 года есть определенные мероприятия, которые повторяются. И у нас конкурс, который взял на себя город Заречный Пензенской области, повторяется. И будет в этом году уже 3-й раз проходить в следующем учебном году. Вот у нас фестиваль в Москве случился в Доме Пашкова. В этом году очень удачно, мы надеемся на повторение. Вот, и много планов. Концерт в Москве стал результатом работы всей школы, как преподавателей, так и учеников. Дети играли детский альбом Чайковского с камерным ансамблем. Ребята разные, но самое главное, что регулярный контакт с педагогом, и растут дети, даже, я бы сказала, вопреки ожиданиям, они делают успехи и даже порой удивляют, и раскрываются, и это, в общем, здорово. Не было сложно, но поначалу всегда сложно, а потом, когда выучишь, становится легче. Сложно не было, потому что, мне кажется, уже где-то в 3-й раз участвую. Ну, там сначала ты играешь произведение, потом на горе какие у тебя ошибки, и вместе изучаем эти ошибки. Школа будет работать до 2 июля и закроется гала-концертом.